Привет, друзья! Привет! Мы сейчас находимся в одном из кишлаков около Бухары. Вы когда-нибудь видели, как делают лепешки? Ну, не знаю, где как, а мы вам покажем тот вариант, который специально для нас продемонстрировали в этой семье. Смотрите на наш эксклюзив и ставьте свои лайки. И смотрите до конца, потому что там будет потрясающий ПС. Это тандыр. Печь для приготовления еды. Она сделана из глины. А это сухие ветки хлопка, которыми топят тандыр. Да, интересно там. Дым. Это девушки, которые будут готовить лепешки. Тесто они приготовили заранее, и секрет его нам не раскрывают ни за что. И хотя лица они специально закрыли, ничего, кроме своих рук, они нам не разрешили снимать. Давайте будем сейчас пробовать эту красоту. Да. В этой семье, кстати, не узбекской, а туркменской, так уважительно к нам отнеслись, что позволили мне примерить свадебный наряд своей невестке. Ну как вам я в образе восточной невесты? Понравилось наше видео? Тогда ставьте лайки, пишите комментарии и продолжайте путешествовать с нами по различным странам и континентам.